Ну что, бродяги, большой вам всем привет! Сегодня мы с вами немножко погоняем на моем втором аккаунте, но не надоевшей уже большинству декой, а колодой, которую я тут выцепил из топа, и, ребята, она без единой легендарки. Поэтому огромная просьба поддержать данный видосик лайкосом, потому что ни одной каточки, ребят, с этой декой я еще не провел, и иду сейчас рисковать своими кубками. Казалось бы, можно было бы взять проверенную деку, но так как многие хотят видеть что-то новое, я экспериментирую, рискую трофеями, рискую вообще тем, что нифига годного из этого не получится. И поэтому, ребят, если бы вы правда поддержали лайками, было бы очень приятно. Тем более, вы видите, да, вот эти вот три карты, это просто полный ахтунг. Ну какие седьмые рарки на Лего-арене, ну лол, ну чё народ смешить, тут уже все с девятыми давно играют, а я взял седьмые, и, собственно, от моего мушкетера толку огромного не будет, потому что его... восьмым фаером иди ваншотить и типа шарите, да, ребят, это вот проблем, конечно. Но попробуем что-нибудь с вами годное сделать, надеюсь, то, что получится, и хотелось бы верить в то, что катнем, правда, неплохо. Так, братан, ты чё? А ну-ка, лови фаер. Нормально, ребят, фаер балецкий залетает. И мы с вами, кстати, поняли, что гоблины из его бочки, они такие довольно прокачанные. Так, братишка, стоямбочка. Придется, ребят, тут с помощью торнадо тогда вот так оттянуть. Слушайте, и все равно урон-то проходит от копейщиков, да проходит как бы. С этим шутки плохи оказываются. Гоу, наверное, ребят, я вот так вот попытаюсь сделать. Глянем, что у нас из этого дела получится. Зап-запач готов на всякий пожарный. Балэйн. Слушайте, мы, конечно, подмораживаем сами вот эту вот тему, но Хок в любом случае не выживет. Это обидно. Хотя, ребята, рыцарь справа, нифига. Нифиговенько так прокоцал. Если честно, вам... Да ну тебя, гад, ты чё, блин? Обманщик тут нашелся мне тоже. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, опасно. Вот это вот правда было опасно. Офигеть, бревно, половину хп мушкетера срубило. Я понял вас. Опасно дела идут. Так, ребят, сейвим нашего мушкета, по крайней мере, стараемся вот так вот его прикрывать. И сейчас будет банда гоблинов, то есть к ней надо готовиться. Я попробую накинуть торнадо. Префайром торнадо полетело, отлично. Мы успеваем, и, ребят, банду гоблинов вроде вынесли по эликсиру, то бишь выгодно получилось. Я понял, ледяной дух докатится до вышки. Так, ладно, ребят, гоя попробую вот так вот сделать. Надеюсь на то, что у него нет петелика на инферно, но нет, я обламываюсь. Петелика на инферно у него оказалось на руках. Это печально, грустно, обидно. Мы, наверное, тогда еще прозапаем, потому что я хочу, чтобы Хок добежал до вышки. Найс. Я своего, ребят, добился. Огонь. Го, наверное, гоблиносов набросим чпоник, значит. Это мы все добро рубируем, но урон есть. Урон, ребят, правда есть. Он чувствуется, он неприятный, и это проблема. Это правда проблема. Так, рыцарь, братишка, спасай. Надеюсь, принцесса на него заагрилась. Да, найс. Плохо дела идут, ребята, правда плохо. Не вытягиваем маленько по левелу карт. Вот это вот все дело плохо, ладно. Окейушки, бывают такие. Бывают в жизни огорчения такие, нет хлеба из печенья. Так, рубируем тогда. Попробую сейчас опять же провести заход. Да ладно, слушайте, а Хок, по идее, может и не загорится. Да, найс. Красиво, ребят, не загрелся он все-таки. Делаем тогда вот так, я блин, и нафига я запнул. Вот нахренашки я запнул эту тему, когда смысла от этого просто, ну, по большому счету не было. Так, лол, мисклик, я думал, это рыцарь, лол, ядрить, колотить, вот я кинч. Так сфейлить мог, наверное, только я, ну, правда. Так, оттянем тогда всю вот эту вот дичь, тут я запнул кирдык, ребята, блин, шо ж я такой лошандра-то, я не магирую, сейчас бы... А-а-а, я понял, бро. Ну, красава, что могу добавить, рили хорош. Бламинго, ребят, подъехал, правда. Печально. Печально, как печально. Я не знаю, вытащили бы мы, если бы я не сфейлил, но... Имеем, что имеем, окей. Чё, спасибо. Вы гляньте, какой урод, я не могу, ладно. Не вытягивает, ребят, седьмой мушкет. А что если попробовать взять? У меня же вроде колдун. Да, колдун неплохо прокачан. Давайте попробуем рили поставить мага, потому что, во-первых, это будет сплэш, во-вторых, под торнадо, в-третьих, более прокачан. Давайте, правда, попробуем заглянуть на это дело, посмотрим, что получится. Тяжело. Правда, ребят, тяжко. То есть, когда карты вообще не апнуты, другими деками играется тяжеловастенько. Но пытаемся, стараемся рили. Так, фаерболецкий залетает нормально. Видали? Найс. Найс, ребята. Го, попробуем это как-нибудь заюзать даже. Я не знаю, я, по-моему, не успеваю дать мага, но я попробую все-таки. Давай, братан, хелпуй, малеха, нам помощь вообще не помешает. Он еще и запом промазал. Лол, лол, братик, че вообще по хп? Колдун вообще, ребят, в тему. Нормально, все. Отобрали мы с вами вышку. Капец, мы красавцы. Так, го, я даже не знаю. Да-да-да, давайте вот так вот поступим с вами. Глянем, что у нас из этого дела... А, не допрыгнет он, вы гляньте, слабенький.
слабенький ледяной дух, льдышка у нас такая непрокачанная, и поэтому надает это о себе знать, конечно же. Так, сейчас будет Хок, наверное, справа. Не, вы гляньте, поэтому мы, наверное, просто прозапаем вот это вот все добро таким макаром, и, в принципе, живем пока очень круто. Серьезно, ребята, мне дико нравится. Все, дефаем, проблем нет. Мне нравки, рили. Мне, ребята, рили нравки. Ух ты, да, братан, есть такое дело. ух ты, так. Как поступаем-то дальше, вопрос. Го пока рыцаря наброшу. Ёлки-матрёлки, чё, серьезно что ли? Are you serious ли, бро? Are you serious ли? Стоп, а нам сейчас вышку-то центральную не размотают, надеюсь? Да не, вроде нормально. Опасно, опасно, ребят, было сейчас, правда, опасно. Он вообще с заморозкой не умеет обращаться, я понял, окей. Достойно, пока, ребята, играем, правда, неплохо. Так, го, я, наверное, даже не знаю, как-нибудь типа так сделаю. Вот такую вот льдышку наброшу, подготовлю разряд. А, льдышка вон аж куда покатилась, нифиговенько, слушайте. Опасно, так, колдун дамажит при том довольно нифигово. Вот жалко, предсмертная тычка не залетела от мага. Ну и так, как бы, все очень круто, как видите. Вот такой вот торнадо, чтобы принцессу добрать, ну, надо было ее зацепить в любом случае, поэтому мы это сделаем. Дела идут неплохо, я дам рыцаря, я понимаю прекрасно про то, что могут пойти элитки, но делать, ребят, нечего, братан, ты что, ты нам отдаешь свою принцессу? Окей, хорош. Спасибо огромное. Так, ребят, делаем вот таким вот образом. Оба-на! Льдышка просто накрыла сверху. Мощно, мощно, дерзко, резко, агрессивно, мощно, жестко. Так, ай-яй-яй, колдун, колдун, блин. Колдун вообще ни разу не получил плюх. Обидно, обидно, ребят. Да, го, наверное, я вот так вот как-нибудь все это дело оттяну. Наверное, тут надо про запад, чтобы мага добить до конца. Тут тогда гоблиносики, чтобы элитного варвара вообще не пропустить. Братан, не работает, забудь, забей просто, правда, забудь про то, что у тебя есть заморозка, вообще не вспоминай про нее даже, серьезно, не стоит, ничего хорошего из этого у тебя не выходит. Ну правда, другой уж нормальный человек давно забил, нет, это все еще пытается что-то делать, и поэтому у него нифига годного и не выходит, ну окей. Все, ребят, найс. Победа, годная победа, вообще ни единой вышки у нас не забрали, достойно, я считаю, против... Или тосов сыграли, золотой сундук на ночь поставим еще на открытие обязательно. Надо, надо это сделать. Мне понравился, ребят, Катыч, правда. Годно вышло, полетели тогда дальше играть. Еще и 32 трофея подняли. Короче, мне правда нравки. Короче, да, полетели. Полетели, ребята, дальше. Анкл Бенс. Дядя Бен? Дядя Бен? Почему Н? Вот почему S на конце? Дяди Бены? Сложно, я не понял, ладно, окей, неважно, сейчас в комментах 100% напишет, как правильно. Ну, можете, кстати, написать, ребята, вот Uncle Ben's, почему, я не понимаю, почему S на конце. Типа, Uncle, дядя, Ben, ну, мог бы быть Ben, дядя Ben, а при чем здесь S-буковка? Типа, зачем множественное число, я не понимаю, это сложно. Ладно, забудьте. Так, нам сейчас с вами нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам сейчас это, планы резко поменялись, нам сейчас с вами нужно стало резко не огрести тут, понимаете, да? Маг нам в помощь, как говорится, но урон не шуточный, ребят, правда. Много, много дэмэджа залетело, правда, правда, правда. Что делать? Я думаю, как бы сейчас мага задефают. Да, мага хорошо задефали. Го, ребят, рискнем. Так, гоблиносен, другой таур, если сейчас какая-нибудь мелочь пойдет, типа армия скелетонов. Слушайте, а это, по-моему, кривой. Это, по-моему, да уж, конечно, кривой, блин, офигенный торнадыч, все равно активация прошла успешно, центральной вышки, и что-то пока мне дела не нравятся, ребята, дела идут хреновенько. Давайте, наверное, короче, я по-быстрому встречу его заход с Хогом, потому что он сейчас должен быть, инфа просто 1000000%. Мы готовим рыцаря, мы готовим торнадо, да, торнадо, мага, все дела. Зачем это бревно? Не знаю, получил ли челик с этого бревна хоть какой-то профит, но будем надеяться, что потратил он его не зря, то что он молодец, будем думать так же с вами. Так, ребят, окейушки. Полетели тогда в заход, заходит. Ай-яй-яй-яй, минус гоблины, сейчас громом все они убьются. Слушайте, нифига себе. А шо так жестко, братик, шо по контре, почему так люто, серьезно? Что-то как-то, ребят, это больновастенько. Я опять же, наверное, оттяну сюда, потому что иначе я не знаю, как сделать. Я просто, наверное, центральную башню зафигачу и все. Лол, рили, я не знаю, пацаны, как делать заходы, проходы, серьезно. И знаете, что самое обидное? Назад дороги нет. Мы уже не сможем сделать так, чтобы челик просто-напросто... Ой-ой-ой, плохо дело. Мы уже не сможем сделать так, чтобы просто чисто сесть в деф и вообще не вылезать из него, потому что, камон, как вы сами видите, как вы сами, ребята, видите,
он может уже нас чисто в теории файерами закидать. Это большая проблема, это огромнейшая проблема, я не могу, я не знаю, что делать. Так, лады, ребята, помчали, рискнем, попробуем хотя бы. Так, у меня готов зап, я запну здесь вот так вот, я сделаю вот так вот. Урон справа, кстати, нормально, на мана, че, на мана, мне нравки. Так, осторожно, ребят, даем тогда тут вот такого вот мага. Главное, под фаер не подставляться и считай красавцы просто. Так, го, ребят, опять же в заход, фастовый резкий, найс, 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 найс. Так, подморозили, подморозили, фаерболет. Он не попал, не попал. Сколько? Хок? Хок? Сколько? Запа не хватит, блин. Не хватает запа. Запа, ребят, рили не хватает. Торнадоч. Торнадо, торнадо, торнадо. Ледяной. Зап, сюды. Отлично. Мне нужен фаер, пацаны. Мне нужен фаербол. Мне нужен фаербол. Я его кидаю и в катке побеждаю. Найс. Фух, блин, пот, вообще пот. Я правда до последнего думал, что мы приплыли. Серьезно, я не верил в победу, но... Мы красавцы. Мы ребят затащили, и бой вышел, правда, очень крутым. Надо было челик у меня начинать понемногу-понемногу закидывать фаерами, но он протупил, и из-за этого Катыч нам отдал вместе с трофеями. Блин, друзья, я не знаю, как вам, но мне выпуск, правда, понравился. Мы, правда, годно поиграли, и очень сильно хотел бы верить то, что видас вам также зашел. На этом, наверное, его с вами закончим. Большое вам, ребят, спасибо за его просмотр. Юзайте деку без легендарок, и правда достойная. Надеюсь, зашла. Всем всего хорошего. Тащите катки, пусть у вас, ребят, всегда все будет хорошо, и, собственно, бои, как говорится, вяжутся. Всем, друзья, пока-пока.